Добрый день, с вами Сергей Чураков. В этом видео я хочу показать, как выводить деньги из компании Access Marketing, именно через компанию. Значит, из кабинета Access Marketing деньги мы выводим на VCash. VCash – это собственный банк компании, а с VCash деньги поступают на e-wallet. С e-wallet мы деньги отправляем на карточку, на любую, по номеру карточки Visa, MasterCard. Дальше выводим на карточку от компании MasterCard, Pioneer. Либо выводим на расчетный счет в любой банк. Теперь поэтапно. Чтобы вывести, мне нужно нажать на мой аккаунт. Здесь мне пригодится вот этот номер. Это номер VCash. Дальше. Здесь нажимаем на «Вывести средства». Обратите внимание, минимальная сумма для вывода $50. Максимальная $1000 – это в день. Значит, здесь я ввожу сумму $203. Нажимаю «Вывести средства». Здесь я ваш VCash логин-код. Вводим логин-код. Все. Спасибо. Запрос на вывод денег прошел успешно. Деньги будут переведены на ваш VCash счет. Назад на страницу обзора. Нажмем «Доступный баланс». Как вы видите, iCash доступный стал на $203 меньше. Теперь входим на VCash счет. Для этого надо нажать на «Вход VCash». Дальше. Чтобы войти, нужно ввести номер пользователя компании Access и номер VCash счета и дальше пароль. Пароль для VCash. Нажимаем кнопку «Войти». Так, здесь лучше на английском языке, потому что русский некорректно отображается. Как вы видите, $203 уже здесь. Далее, с VCash нам деньги надо отправить на e-wallet. Для этого нужно нажать «Трансфер». Дальше, тут ставите птичку «E-wallet Systems». Нажимаете кнопочку «Submit». Здесь «Transfer Amount US», то есть сколько денег перевести. Вот эту сумму, $203. Дальше. Тут указано «Transfer from account», то есть VCash номера такого-то, с аккаунта на аккаунт e-wallet номер такой-то, то есть это мой номер счета e-wallet. Дальше. И на кого зарегистрирован, то есть на меня, на Сергей Чураков. «Transfer memo». Вот «Transfer memo» пишите информацию фактически для себя. Писать надо на английском языке. Ну, я пишу так «вывод», например, и все. Нажимаете кнопочку «Submit». Дальше «Confirm transfer to e-wallet». Подтверждаем. Все. Здесь написано номер ордера. Дальше, что деньги будут отправлены на e-wallet счет номер такой-то, имя, фамилия, счета e-wallet такое-то. Какая сумма? $203. Дальше. 6.08 была отправка денег. И эти деньги поступят ровно через 10 дней. То есть 16.08 деньги придут на e-wallet. И e-wallet оповестит меня по электронной почте, что деньги поступили. Чтобы я мог зайти на e-wallet и отправить деньги туда, куда мне надо. С вами был Сергей Чураков. До скорых встреч!